Занятки по мастацкой гимнастыке спортивной дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерву «Багима», которые проходят в зале по улице Ленинской у Могилеве, могут перенести у иншее место. Покуль идет обмеркование, и городская улада разглядает варианты. 7 лет я потратила на это труда, и я не хочу, чтобы нас отсюда выселяли, потому что я очень привыкла к этому залу, и мне очень нравится. И если нас переведут туда, куда мы вообще ни разу не были, и как бы это будет непривычно и неудобно. Софья мастацкая гимнастика занимается 9 годов. За этот час у девчонки шмат узнагород, и свои первые медали она завоевала менавіта у этих стенах. Вообще чемпионка республики в своем году, бронзовый призер международных соревнований. Вот ездили в Ярославль, Люксембург. Мастацкая гимнастика у школе занимаются 160 девчонок. Будинок, у яким зараз проходит тренировки, побудова 17-го стагоддя. Амаль 50 годов тому городские улады передали его для спортивных занятков. Як Багима, батут, гимнастика, акробатика, яно існує с 10-х годов. Нам сказали о том, что здание детей выселяют. 31 марта покинуть. Нам предложили альтернативу, которая на сегодняшний день здание техноприбора. Этот район, я впервые на нем была, это отшиб города. Мы детей, во-первых, когда привели на художественную гимнастику, они еще были маленькие. Когда вопрос стал о том, куда отдавать в школу, естественно, мы выбирали что-то рядом находящееся. По словам директора, после проведения визуальной экспертизы было рекомендовано провести капитальный ремонт. Здание требует капитального ремонта. Понимаем, что денег на данный момент нет, чтобы произвести этот капитальный ремонт. Но дабы улучшить условия, дабы как-то создать действительно те условия на перспективу, чтобы художественная гимнастика развивалась в дальнейшем, мы обратились в отдел по спорту горисполкома с просьбой оказать нам это содействие. У Могилевским гарвыканкаме поведомили, что кончатковое решение еще не принято. Зараз разглядаются разные варианты, где махчим организовать тренировочный процесс. Юлиана Шлыкова, Александр Артемьев, новины региона.